очень-очень-очень быстро ко мне это прибежало. Хотя вот обычно это идет долго. Ну, не это идет долго, да, вот я заказывал чехлы Flowme. Они обычно идут долго, которые на магнитах, чехол, кошелек. А здесь, извините за шуршание, что мы имеем? Мы имеем приблуду для спортсменов. Ну, когда я говорю приблуду, это не что-то плохое, да, просто я так называю. Давайте попробуем найти телефон, который мы сюда уместим. А вот, например, мой Asus ZenFone Max, он имеет диагональ 5,5, поэтому вполне должно быть самое оно. Так, вот так вот он у нас влез. Давайте я его выключу. Нет, не выключается. Так вот дополнительно. Так, вот смотрите, значит, телефон у нас уместился. Вы знаете, тут даже пленочка дополнительно какая-то защитная. Значит, что мы видим? Сверху 1, 2, 3, 4. В зависимости от того, где у вас находится наушничек, вы можете через вот это отверстие вынуть наушник. Значит, дальше что мы видим? Ух ты, какая симпатичная. Мы берем и надеваем его на руку. Мы надеваем его на руку, а вот здесь вот, судя по всему, да, вот по вот этому рисунку, ну, либо там снизу, либо сверху, мы пропускаем наушники и их цепляем здесь. Ну, вот еще, видите, вот такое вот местечко, это у нас для чего нужно. Вы берете и вот ключик вставили сюда, и с ключиком бегаете, чтобы его не потерять. Насколько это удобно? Ну, вы знаете, на плечо я там не буду, например, вешать, да? Давайте вот повешу сюда. По тактильным ощущениям, ну, дискомфорта не вызывает. Вполне приятная штука. Можно что сделать? Можно включить. Ну, вы знаете, вот. Хотя нет, глядите, да, срабатывает через все это дело, все кнопки срабатывают, в этом отношении все хорошо. Здесь еще у нас пленка наклеена, без пленки, ну, наверное, будет еще лучше. От влаги все это дело будет защищено, у вас будут свободные карманы, вы сможете там либо в спортзале, либо на беговой дорожке, либо, ну, реально бегать по улице. Если вы ко всему к этому возьмете еще Bluetooth наушники, которые могут проигрывать еще и музыку, ну, это будет очень удобно. Висит на плече, движение не стесняет, плюс ключик вставили, бежали, здоровый образ жизни и все такое. Ну, опять же, к покупке вполне рекомендую.